Истории игрушек. Не переживай, котенок, мы тебя скоро спустим на землю. Лестница! Мяу, мяу. Не бойся, малыш, это всего лишь лестница. Мяу. Спускайся осторожно. Вот так. Еще чуть-чуть. Хорошо. Вот и на земле. Молодец. Мяу. Пока. Кому нужна помощь? Крепыш всегда готов. Крепыш, спасибо за помощь, но мы уже справились без тебя. Как без меня? А я так хотел помочь. В следующий раз обязательно поможешь. А сейчас все на базу, играть в мяч. Ура! Как же? А я? Я же тоже могу спасать. Ну ничего, я еще покажу, кто самый нужный в команде. Маршал, беги за мячом! Будет сделано! Я не буду с вами играть, а лучше пойду и спасу кого-нибудь. Но мы же вместе работаем. Видно, не очень-то я вам тут и нужен. Крепыш, ты куда? Пойду на железную дорогу. Там я точно найду, кого спасти. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. О, а вот и дело нашлось. Что случилось, Бен? А, Крепыш, привет! Я как раз хотел звонить Райдеру. Камни завалили путь. Дальше не проехать. Я помогу. Оф! Как же ты один справишься? Может, все-таки вызовешь Райдера и щенков? Нет, они мне не нужны. Оф! Эх, какой тяжелый! Ох! Крепыш, ты живой? Все нормально. Крепыш, я зову Райдера. Да, наверное, придется. Держись, я быстро. Держи пас. Оп, есть. Щенячий патруль, нужна помощь. Что случилось? Крепыш попал в беду. На железной дороге его завалило камнями. Срочно, маршал, садись в свою машину. Ты, Зума, в экскаватор Крепыша. Раф, готов. И я на месте. Отважным щенкам. Все, все по зубам. Вперед! Ой! Ой! Как им управлять? А-а-а! Вроде понял. А я? Подождите меня! Ой, извините. Я еще не очень разобрался с управлением. Ха-ха, ничего, хорошо, что справился. Крепыш, ты как? Ребята, вытащите меня, пожалуйста. Крепыш, мы же команда, обязательно тебя вытащим. Маршал, привяжи веревку к большому камню и отбуксируй его в сторону. Сейчас, Райдер. Зума, ты молодец, что доставил экскаватор Крепыша. Но думаю, когда Крепыш выберется, он лучше справится с управлением. Это точно! Отважным щенкам все по зубам!
чуть-чуть. Ваф, ваф. Ура, я на свободе. Спасибо, ребята. Теперь за дело. Ваф. Вот так. Сюда его. Катись, камушек. И еще немного. Ну а где же Бен? Кажется, мы его забыли на базе. О, фух. Но я сам пришел. О, вижу, вы уже совсем справились. Отлично, теперь и я могу продолжить работать. Прости, Бен, что мы забыли о тебе. Мы просто очень переживали за крепыша. Не страшно, понимаю. Я поехал. Спасибо, команда. Удачи. Ребята, простите меня, пожалуйста, за то, что я хотел справиться сам. Мы же команда. Хорошо, что ты это понял. Ведь в хорошей команде главная поддержка. Правда, ребята? Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые серии.